Всем привет! Сегодня будем распаковывать посылку, которая прилетела к нам из Китая. И посмотрим, что в ней таки пришло. Даже не знаю. Так. Сейчас. Так. Что-то какая-то твердая коробочка. Так, надеюсь, ничего не разрезал. Так. Так, что-то тяжеленькое. Так, с виду коробочка не помята, чуть-чуть приоткрылась. Но это, наверное, я сейчас приоткрыл. Так, открываем. Что-то там запакованное. О! Ого-го, что нам пришло. А это наши аккумуляторы повышенной емкости. Заказывал для переделки шуруповерта. 3 штуки. По какой цене уже чуть совсем и не помню, но пришли. Так, на вес тяжеленькие. Надо будет посмотреть, что из них выйдет. Вот. Кстати, уже с приплавленными ушками. Есть и без приплавленных ушек. Да, для удобства пайки уже заказал уже готовые. Чтобы ничего тут не греть, не перегревать, не мудрить. Как-то так. Всем пока.